Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как косить сорняки. Причем не просто ножом, а вот такой таким приспособлением. Называют у нас его крабик. Сделан диск с двух пластин, склепан здесь вот в четырех местах и под 8 лучей. Честно говоря, у меня этот крабик уже около 6 лет, наверное, может быть 5, может быть 7, ну так сказать не могу. И я им не пользовался. А вот в этом году один уважаемый человек подсказал, как правильно пользоваться. Коса у меня 45 кубиков, так, чтобы вы ориентировались. Это средняя коса китайская, есть меньше, есть больше, но это средняя вот, размера. И вот как пользоваться. Надо отрезать кусок лески. У меня леска сейчас шестерка, причем леска с каким-то кордом. Это не стальной корд, но что-то есть здесь внутри. Вот было уже в эксплуатации, чуть поизносилась, коротковатая леска. Ее можно тоже использовать. Вот каким образом заряжаю. Измеряю, сколько мне примерно надо, вот так, и узелок завязываю. Ну вот, примерно так. Ну, около 16 сантиметров у меня получилось. Это в целях экономии, можно просто брать новый кусок, который вам по длине нужен, и использовать. Но я бы сейчас один луч сделаю из бэушного. Из бэушной лески. Леска довольно-таки мощная. Здесь бы хорошо, если бы были кусачки. Вот. Ну и другой луч делаю новенький. Проще, конечно, взять полностью новый, но я в целях экономии. Ну вот так смотрим. Тоже сантиметров 16-18, наверное. Устанавливается он на косу точно так же, как и обычный нож. Но мне он очень понравился. Из-за чего? Из-за того, что сюда можно использовать леску большого диаметра, которая меньше изнашивается. И она довольно-таки жесткая. Сейчас я косил обычным ножом. Который шел в комплекте. Все его видели, все его знают. Ничего здесь необычного и интересного. Итак, ставлю эту насадку. Даже не смотрю, как попадают у меня там узелки. Нижней шайбой большой. Все это затянется и будет прекрасно стоять на своем месте. Если вы думаете, что будет в одну сторону какой-то перевес, будет эксцентрик и так дальше, не обращайте внимания.
чуть дольше установка занимает времени, чем обычный нож, но это того стоит. С помощью вот этого крабика можно сорняки убирать очень быстро и эффективно. Ну вот, затянул, и можно работать. Сейчас переоденусь и буду работать. Ну что же, ребята, как вы видите, как вы увидели работу, кому понравилось, покупайте. Цена вот этого приспособления ничуть не выше обычного ножа и даже ниже. Куплен он был когда-то за 35 гривен, в то время как нож трехлопастной стоил около 70. Это получается в два раза дешевле, но как сейчас не знаю, да я думаю, не дороже от обычного ножа. Вот. Всем спасибо.